Александр Лукашенко сегодня отправится с двухдневным официальным визитом в Украину. Запланированные переговоры с Петром Порошенко о политическом, торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. Планируется согласовать и подходы к развитию приграничного взаимодействия. Одна из тем урегулирования конфликта на востоке Украины. Минск принимает активное участие, в том числе предоставляя переговорную площадку. И сегодня же в Киеве стартует бизнес-форум с участием 300 украинских и 100 белорусских компаний. Для деловых кругов это хорошая возможность найти новых партнеров. Ожидается подписание контрактов на сумму порядка 50 миллионов долларов. Интерес представляют машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимия, энергетика и строительство. Бой вековой давности реконструируют на линии Сталина. На этот раз посетителям покажут драматические события Кревской операции Западного фронта. В масштабной битве задействуют более 100 реконструкторов из стран СНГ, которые перенесут посетителей в события последней наступательной операции Первой мировой войны. Проект «Последняя надежда» будет представлен в субботу. Также гости смогут увидеть и новый экспонат комплекса – самый большой флаг Балтийского военно-морского флота. Его доставят из Петропавловской крепости. Чемпионат Европы по современному пятиборью продолжается в Минске и Радомке. Сегодня полуфинал у женщин. В решающую стадию турнира попадут 36 лучших спортсменок. Беларусь представит лидер команды Анастасия Прокопенко, а также Татьяна Холдова, Ольга Силкина и Александра Суслова. Накануне состоялась мужская эстафета. Белорусы заняли 6-е место.